Всем привет, с вами Марти, и сегодня на обзоре балаклава Штурм от российской компании East Military, которую мне предоставил интернет-магазин Спецармия. Около года назад я уже делал обзор на балаклаву Снайпер, также от компании East Military. Кто не видел, рекомендую посмотреть, потому что некоторую информацию я дублировать не буду в данном обзоре. Данной балаклавой я активно пользовался в течение всего года, в основном в качестве подшлемника. И единственный минус, который в ней для меня был, это в том, что я не мог закрывать нос и часто рот, потому что очки потели. У новой балаклавы Штурм эта проблема решена за счет ярко выраженной перфорации в районе носа и рта. Теперь можно активно разговаривать, дышать носом, и очки совершенно не потеют. Балаклава Штурм по покрою и основному материалу абсолютно такая же, как и балаклава Снайпер. Это пористый материал, который хорошо проветривается и отводит влагу от кожи. Выпускается она в нескольких расцветках, расцветки периодически обновляются, появляются новые, так что есть из чего выбрать. Балаклаву можно использовать в нескольких режимах, например, как подшлемник, не закрывая нос и рот. В качестве маски на нижнюю часть лица. И в качестве банданы. Единственный недостаток, который я заметил у данной балаклавы, это отсутствие прорезей под дужки очков. Но, скажу честно, у меня есть подобная балаклава с прорезями, и я в них дужки никогда не вставляю, потому что они начинают давить на голову, и мне лично неудобно. Я надеваю очки поверх балаклавы, их можно сзади закрепить резинкой, если боитесь их потерять. В целом, балаклава понравилась, теперь я буду пользоваться именно ей. Нет никаких проблем, даже не нужна защитная маска для страйкбола, мне вполне достаточно и такой балаклавы. Как обычно, ссылка на вещи из обзора в описании к видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Facebook и используйте правильную экипировку.